Это Кратаев Игорь, проект Джекимар, покупки с доставкой товаров из Китая. И сегодня у нас будет обзор детских игрушек. Итак, приступим. Вот уже вскрыл я коробочку. Конечно, пришел разный товар. Мне надо было отсортировать для обзора для вас именно детский товар. Да? Так. Итак, что мы здесь видим? Вот такой вот маленький бубен, погремушки, погремушки в форме биты, такие, погремушки деревянные, интересные такие, мне нравятся. Удобно держать в руках. Не знаю, как насчет краски, потому что ребенок будет ее грызть, да, вот тут. Насколько она экологичная, тут я вам ничего сказать не могу. Ну, на первый взгляд, хорошие, качественные игрушки. Но тест-драйв они еще не проходили. Тест-драйв они будут проходить у ребенка, для которого они были заказаны, да, соответственно. Такая вот интересная тоже шумелка. Вот это вот что-то непонятное, совсем не понятно. Ракушка какая-то. Забавная вещица. Ну, дальше мы будем. И все это деревянное. Будем буквально посмотрим. Наш обзор сегодняшний не закончен. Далее у нас вот такая вот игрушка. Тут вот видите, есть и зеркало. Зеркальце такое мутное. Это, наверное, снимается, да? Нет. К сожалению, не снимается. Я думал, снимается пленочка и будет зеркало такого хорошего качества. Нет. Вот такое непонятное треугольное существо, как у одного из бизнес-тренеров я подслушал. Он нечто подобное называет фубля. Ну, можно согласиться и с этим, что это какая-то фубля непонятная, да, вот со всех сторон разная. Вот это вот такой вот агрессивный нос у него здесь крючком. Тоже своеобразная шумелка, она вешается или так, вот за эту петелечку вешается. И такие вот спокойные звуки извлекают. Так, давайте посмотрим, что у нас есть дальше. Так, а дальше у нас вот такая вот корова, да? Корова. Так, вообще ужас. Получается, это книжка, тряпочная книжка, в форме какой, ну и по всей видимости тут история, да, какая-то. Ну, к сожалению, она на английском языке. Для ребенка, для нашего российского, это будет не совсем понятно, если его родители с детства не учат. Смотрите, штучка, да?
цыпленок из яйца вылупился. Чинь, потянул. Вообще. Ну, в принципе, интересно. Мягкие страницы. Такие вот. Шуршание целлофана внутри. Для ребенка это будет приятно. Вот здесь открываем мы, поворачиваем трактор и видим барашков. Барашков, здесь утка, которая открывается, ну, да, уточка вот такая, ё-моё, отдельно, да, отдельный элемент, как игрушка. Так, ладно, цепляем его сюда на место, дальше. История у нас продолжается. И тут мы видим коней и лошадей. Ой, и коровы, да, коровы. А, вот, наверное, вот так можно сделать. Нет, что-то не клеится. Так. Да, ну, видимо, вот так. Ничего-то не держится, нифига. Ладно. Дальше. Здесь у нас в книжке. Здесь непонятные существа. Какие-то жирафы или кто тут. А, кони. Чушки. Поросята. Поросята и собачки, коровки. В общем, вот такая вот книженция детская. Так, поехали дальше. Дальше у нас еще одна книжка. Ребятки животные. Так, давайте приступим к прочтению этой книги. Эта книга, опять же, на английском языке. Так, ну давайте просто ее пролистаем. Хохолок у медведя прикольный. Ну, в общем, собственно говоря, вот такая вот книжка. Что касается качества, да, я забыл упомянуть. Качество, ну, вообще хорошее. То есть нигде не торчат ни веревки. Прошито хорошо. То есть, ну, сейчас осталось только эксплуатацию проверить. Да, это уже непосредственно сам ребенок. Насколько быстро вот эта данная вещица придет в негодность. И все те вещи, которые мы с вами уже только посмотрели, и сейчас будем дальше наблюдать вместе с вами. Так, поехали. Есть вот такой вот зверек. Вот такой вот зверек. Это у нас опять же. Игрушки. Так, игрушки, коровки с перекошенным лицом, какая-то корова замученная, да, и ну, в форме фаллоса какие-то такие непонятные. Я бы не сказал, что они похожи на коров, или коровы-инвалиды какие-то, да, вот, ну что это за корова? Либо я не въезжаю вообще. Либо что-то еще. Так, ну, не суть. Кто-то из них корова-мама, кто-то из них корова-папа, либо бычок, да, то есть, ну, никаких познавательных знаков нету. Кто есть кто, ну, ладно, гадать не будем, суть не в этом. Поехали дальше. Так, далее у нас вот такой вот замечательный крок, да, это у нас лягушка. Лягушка, побледушка. Так. Ну что, прицепляли как-то. Давайте попробуем сейчас ее отцепить. Собака ног-то чуть не сломала. Так, ну ладно. Давайте вот так сделаем.
Вот такая вот непонятная игрушка. Это, это, судя по всему, это под голову, да. Вот видите, на картинке здесь видно, что ребенку под голову, например, сидит, когда, да, в кресле в своем любимом маленьком. Вот раз, вот сюда. Здесь закрепили шейку. И ему удобно. Мягенько. В общем, такая вот интересная вещица. Так, далее у нас вот такой вот мячик. Вот такой вот интересный мячик. И мячик. Прикольно. Вообще, на ощупь мягкий. Интересно. Да, вот можно играть. И еще вдобавок он извлекает звуки. Веселая вещица. Яркая такая. Ладно, давайте посмотрим еще на одну игру. Тоже некая фубля. Фубля, да, у нас фубля-шумелка со зверятами на каждой из сторон. Трудно определить. Ну, вот это видно, что зайчик. Это мишка, наверное, да? Это вот, ну, непонятный вообще зверь. Вообще непонятно. Ну, это можно гипопотама, да, увидеть здесь. Ну, бегемот. Опять же, зеркальце. Можно ручками лялечки тянуть. Да, вот. Держаться вот здесь. Как оно? А вот это вешается как? Ну, наверное, скорее всего, вот так. Да, вот так оно вешается. И в случае чего раз, открепляется и падает. На сегодня обзор закончен. Следите за нашими новостями, следующими обзорами. Не забывайте ставить лайки и подписывайтесь на наш канал. Спасибо. Всем успехов.